Сейчас мы находимся на одном из самых засекреченных объектов России. Официально он называется Центр экстремальной медицины. Вот здесь-то, что называется, и доводят спецназ до неестественного для человеческих возможностей совершенства. Здесь уже работают с мозгом человека. Наверное, излишне говорить, что все опыты и тесты сотрудники центра показывают нам на себе. Кадры действительно уникальные, хотя, казалось бы, похожие снимали часто. А вот так они начинают. Это те самые сверхлюди, хотя сейчас в это не верится. У кого крепкие нервы, смотрите. Да, выглядит это не очень эстетично. Посмотрите на этих людей. Это уже не те зеленые юнцы. Вот с таких уроков начинается философия выживания. Вот так воспитывают этих хищников. То, что вы сейчас увидите, один из них назвал спецназовской данью учению Дарвина о естественном отборе. Обычный человек просто не выживет. И этим-то подготовленным, как видите, не сладко. Сейчас вы видите уникальные кадры. Информация строго дозирована. Эффектно, конечно. Американский морской пехотинец не верил в реальность происходящего. И вот так просто ему теорему нашего спецназа доказали.